Друзья, мы уже неоднократно показывали различные поющие чаши. Поющие чаши, которые применяются в особого вида терапии, звукотерапии, в медитациях. Ну, одним словом, сфера применения их достаточно широка, и, в общем-то, история уходит корнями вглубь веков. Ну, рассказывать о них можно долго. Я хочу вам показать вот такую вот небольшую чашу. Вот такой вот стик деревянный вместе с ней. Очень тонкое звучание. Ну, одним словом, можно долго этим заниматься. Очень приятный звук. Вот, я думаю, что обязательно она кому-то пригодится. Такой вот декор традиционный на ней. Вот, и звучание очень приятное, длинное, такое мелодичное. Спасибо.